Финансовые показатели сказываются и на инвестиционной привлекательности Южного Урала. В Челябинске снова ждут десант из Китая, лидеров тяжелой и легкой промышленности, научной сферы, IT-технологий и сельского хозяйства. Они приедут искать в Челябинской области бизнес-партнеров. Всего на переговоры с южноуральскими предпринимателями приедут представители 120 компаний из провинции Хэйлунцзян. Цель – увеличить товарооборот. Сейчас он между Китаем и Челябинской областью составляет больше 500 миллионов долларов. Наш регион делает ставку на экспорт продовольственных товаров. У нас великолепного качества производства продуктов питания, различных, от круп до мяса кур. Все, что производится в Китае, к сожалению, даже для них самих уже непригодно в пищу. Все это с пестицидами, а у нас все натуральное, свежее, с грядки, как говорится. Поэтому искренне китайский рынок рад. Они обожают, например, русское мороженое. Обожают. Они готовы его кушать килограммами и тоннами. Что касается импорта, то здесь Челябинская область больше всего заинтересована в локализации китайских производств на местных площадках. Те бизнесмены, которые уже активно сотрудничают с Китаем, утверждают, такое партнерство учит дисциплине и заставляет повышать профессиональный уровень. Мы камень добываем и продаем по ТУ предприятия. Это камень близкий, ну, параллелепипеду формы. То китайцы, значит, добывают камень и приученных рынок сбыта. Это ровные прямоугольные камни, правильные формы, без трещин, там, без каких-то геологических нарушений. Поэтому будем стремиться вот к культуре производства. Как советуют опытные предприниматели, чтобы переговоры с китайцами прошли успешнее, лучше избегать белого в одежде и цифры 4. Жители Поднебесной считают они к неудаче. Международная конференция пройдет в Челябинске с 11 по 12 июля.